Уважаемые наши пациенты, я очень радостно сейчас все буду записывать, все выставлять на сайт, передавать вам в социальные сети, потому что когда, это знаете, репортажи с места событий, конечно, это все очень достоверно. Диагнозом. Это для того, чтобы вы понимали, у вас есть возможность, вот это самое главное. То есть сегодня у нас на сайте есть альтернативный вам выбор. Харбин, но мы говорим о том, что там все-таки реабилитация сложная, я называю это ранний восстановительный период, который постинсультные травмы, ДТП. Вот. Потом здесь Шицяо я вам запишу видео и покажу возможности здесь, позднего восстановительного периода постинсультных больных. Значит, сегодня я хочу обратиться большую часть к девочкам, я вас очень ласково так буду называть. Это категория запросы, которые приходят в основном, будем говорить, климактерический период. Мигрень, которая просто не дает жить и нормально существовать. То есть у нас мигрени, ну, как понятно, да, мы все сидим на обезболивающий кетонов наш любимый или что-то там спазмолгоны, но вот ходишь с мигренью, и МРТ сделали, и вот все сделали, а нет причины. Да, возможно, эндокринные нарушения климактерического периода, но бывают и мигрени в более молодом возрасте. Поэтому я сейчас не буду зацепляться за причину мигрени, а просто говорю о том, что если есть возможность, то вам надо приехать вот месяц, выбрать для здоровья, приехать сюда и... Вот сейчас вот я разговариваю, а вы, надеюсь, смотрите все внимательно за руками доктора. Владение методикой ПАБАТ, биологически активным точкам. Мы можем этому научиться. И вы знаете, что в России уже очень много докторов, которые этим владеют. Но я хочу сказать, с 2009 года вообще в иглотерапии я, получается, уже 22 года. Но с 2009 года я конкретно работаю на Китае. Но нет у нас такой тактильной чувствительности, как в пальцах китайцев. Поэтому, конечно, вот эффект от работы китайскими руками, но он другой. Мы сейчас, прежде чем начать процедуру, я спросила, значит, я сразу всегда уточняю, да, потому что вы понимаете, это деньги, это время, потому что у меня очень много женщин, которые сегодня обращаются, ну, феминизм у нас цветет, поэтому все занятые, все кто-то в бизнес-процессах, поэтому время, но месяц, вот сказал месяц. Конечно, можно и 2 недели, если вы не можете выделить своей жизни месяц для лечения. Экспозиция процедуры 30 минут. Уважаемые женщины, буду обращаться больше к женщинам, к девочкам моим дорогим, потому что, ну, на моей практике большее число запросов, большее число вопросов по мигреням были от женщин. Смотрите, сейчас доктор работает по меридиану желчного пузыря. У нас по вискам идет меридиан желчного пузыря. И я вам сейчас назову точку, которую я тоже их записываю, поэтому наизусть я их не знаю. Точка это Тхаян в висках. Поэтому, когда он будет вам активизировать точку месяц целый, да, активизировать точку желчного пузыря, но это хорошая работа желчных протоков, мы убиваем 2 зайца. Вообще в эзотерике есть такое понятие, что все органы
имеют голову в голове в нашей. То есть каждого органа голова у нас в голове. Но если говорить это эзотерика, если говорить научно-медицинским языком, терминами, то мы имеем 12 черепно-мозговых нервов, которые имеют иннервацию на органы. Это тоже правильно. То есть какие бы мы трактовки ни давали, наша голова – это основа всего, основа основ. Ну, вернемся к нашим мигреням. Итак, неизвестная этиология, неизвестна причина, не понимаем, откуда. Тогда работаем, активизируя то, что находится непосредственно на голове. Вот точка фэн-чи. Очень действенная точка. Кстати, она очень работает при повышенном давлении. Обязательное, ну, как бы будем говорить, условие или обязательное момент обратной связи с доктором, конечно, если вам больно, вы обязательно об этом говорите, потому что поначалу, конечно, будет вообще очень все больно, и вы должны это понимать. Это не оздоровительный массаж. Я делала репортаж с общего массажа и там говорила про цены. И я здесь тоже вам уточняю, я повторяю это бесконечно. Мы находимся в курортном городе. Санья, Хайнань, много туристических компаний здесь работают, приезжают туристы, лечатся в центрах ТКМ. Это курорт. И как во Вьетнаме делают массажи на пляже. Но это не имеет никакого отношения к лечебным процедурам. Все, что делают в центрах ТКМ, которые можно сделать за 5 дней вашего пребывания, вам говорят, да, конечно, ну, максимум, что мы сделаем, мы будем работать меридианом мочевого пузыря и почки, активизируя тем самым ваш иммунитет. Ну, все это только, вот, только как бы завести, вот, понимаете, вашу систему. Но никак не говорим мы о лечебном процессе. Поэтому еще раз говорю. Сейчас минутку прервусь. Пусть вас не смущает, уважаемые пациенты, что я попросила снять видеорепортаж, и вы видите китайскую пациентку, не русскую, потому что я не очень люблю некорректно присутствовать на массажах. Массаж – колоссальная релакс-процедура. Такая процедура, которая вот… Конечно, мы относимся, как всегда, как-то… Ну, что такое массаж? А массаж, китайцы массажем лечат очень многие диагнозы. И поэтому пусть вас не смущает, что это не русский пациент, но здесь у меня есть возможность больше говорить. Не больше говорить, а прямо очень много говорить. Договоренность была заранее об этом. Сейчас я прервусь и вам покажу. Ну, вот волосистая часть головы. В больнице я буду до января, я буду прямо вам посылать вот такие видео, чтобы вы понимали, что я в больнице, что это не рекламные ролики, которые специально вам снимают и вам все это показывают. То есть я говорю простым языком, вашим языком, который вы хотите слышать. Я очень благодарна пациентам, и последняя вот Лада у нас была с Кемерово. Я очень благодарна вам, Лада, если вы увидите этот ролик. Спасибо вам за теплые слова. Ну вот наши рейки. Где-то прием с нашего рейки бесконтактного массажа, который очень любят сейчас в России. Я очень благодарна докторам, которые идут навстречу, как бы вот прямо вот так вот разрешают записывать, потому что все равно это не где-то дискомфортно, но молодцы, идут на контакт. Еще раз говорю, у меня нет, то есть вот
Если бы я не принадлежала к медицинскому сообществу, то это вот продажа медицинских услуг. Да, продажа медицинских услуг. Сейчас, минутку, подождите, я посмотрю что-то. А, за ушной раковиной очень больная точка. Угу. 5000 лет народной медицине Китая. 但是过后, я ни в коем случае не говорю. Конечно, у нас, я очень люблю нашу медицину и принимаю ее, и уважаю очень докторов, и сама присутствую в Союзе реабилитологов. Oh. Но это другая, это другая медицина со своими наработками, опытом. Наверное, ключично-сосцевидный нерв, который проходит вот... Кстати, у нас такое бывает, мы можем при принятии пищи, бывает раз, и как бы соскочила челюсть. Вот это вот, там проходит ключично-сосцевидная мышца, и там нерв, и вот, я думаю, что он работает как раз сейчас вот с этим. Доктор Ян Жон Чюн Чин, у него методика такая вот более тяжелая. У нас вот есть Егор, который я вам показывала, общий массаж, который очень мобильно, я говорю, складывается на массажной кушетке. А вот этот доктор, он работает, у него такая более тяжелая рука, будем говорить. И есть пациенты, которые говорят, когда он работает конкретно, вот прямо вот есть паритичная конечность, у нас есть пациент, который вот ходит к нему на массаж, конкретно работать вот с паритичной конечностью. И он говорит, конечно, очень. Как он хорошо, говорит, работает по точкам. Поэтому вот работа мигрень, да, конечно, это точки. Это не общий массаж, разогрев, потряхивание, вибрации и тому подобное. Конечно, это только точки. И поэтому, вот поэтому мы работаем вот с этим доктором. Тоже, вот я этим горжусь. То есть в больнице есть альтернатива, да. Общий массаж делает вот такой массажист, вот по точкам работает вот такой вот доктор. Поэтому... Это тоже уровень больницы. Все врачи, повторяю всегда и буду повторять, все врачи аккредитованные. Почему это говорю? Потому что вы можете прийти в центр ТКМ на курорте, да как в Крыму, да это везде так. Конечно, исключение нашей санатории, которой я очень восхищаюсь нашим санаторием, который Алтай. Сейчас я слушаю доктора. Я говорила про Белокуриху, наш санаторий, который, конечно, даже и мысли не может быть, что непрофессионально. Ну вот видите, а здесь наш профессионализм.这块一抻这块都疼，你就一摁是不是就？它整个整个这是。都这块都肿吗？肿着呢是吗？对，肿啊！它已经肿了，你说你不知道吗？但是你记得那天给我看，我就是这块一碰，我不是说不能碰吗？从这块穿到里边疼吗？现在感觉整个这个之前是这儿疼。
Вот 30 минут. Вот такой вот, девочки, массаж. Дорогие, проблема очень актуальная. Мигрений очень много, запросов. Вопросов. Поэтому сейчас у вас есть альтернатива. Я этому рада. Будьте здоровы, дорогие. Берегите себя, планируйте свое лечение, отдых. И то, что у вас есть сегодня вариант, мы рады вас видеть. Я уже